Если Рав, мой товарищ спрашивает, что может помочь нам понять, дошли мы ли мы уже до уровня Ибур? Как нам знать, что мы дошли? Уровень ступени Ибура. Тот, кто приходит на нее, он чувствует, что у него есть сила отменить себя перед Высшим и сделать все, что хочет с ним сделать Высший. Это называется начало зарождения Ибура.